В Мурманске последние дни работает нордическая выставка. Из-за большого покупательского спроса завезен новый ассортимент и размерные ряды популярных моделей из закрывшихся магазинов норвежских и европейских брендов. Выставка продлится до 30 июня включительно. В прошлом году Норвегию признали недружественной по отношению к России. В связи с этим экономические контакты между странами сократились, закрылись многие брендовые магазины, а товарный остаток из них теперь распродается на нордических выставках. Давайте разберемся с заблуждением многих. То, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год, это не означает то, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе, и как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвей». Из маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь. На мне представлена женская демисезонная куртка от норвежского бренда. Она выполнена полностью сверху из трехслойной мембраны 10 на 10 тысяч, который отталкивает воду и влагу. Да, проведем эксперимент. Да, обратите внимание, ткань полностью не промокается, и это не влагоотталкивающая пропитка, а именно ткань, да, так устроена. Внутри же представлен авиационный нейлон со встроенным климат-контролем, да, то есть в помещениях будет не жарко, на улице будет не холодно. Также представлены снаружи два прорезиненных кармана, изнутри два кармана, полностью молния и кнопки. Закрытый ворот, да, и капюшон небольшой вместе с застежками. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Европейское качество, хороший бренд. Цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, и я очень довольна этой покупкой. Только до 30 июня включительно с 10 до 21 верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманском торгово-развлекательном центре «Форум» по адресу Кольский проспект, 134. Первый этаж от главного входа на территории бывшего магазина белорусской косметики. Ориентир – воздушные шары.